Всем привет! В очередной раз Genshin Impact одержал победу на соревнованиях, а также в этом видео вы узнаете подробности коллаборации с Додо Пиццей и о способе получения новых крыльев. Всем приятного просмотра! Недавно прилетели новости о победе Геншина на Gamescom 2024 в номинации «Лучшая мобильная игра». Поэтому давайте все вместе поздравим Геншин. А также напоминаю, что на днях были результаты и другого соревнования Mobile Games Awards 2024, где Хуеверс были признаны самым лучшим разработчиком мобильных игр 2024 года. Кроме того, появились новости коллаборации Геншина с Додо Пиццей. Как оказалось, коллаб пройдет не только по всей России, но и по всей Беларуси, Казахстану и в некоторых городах Турции. А у меня в Телеграме появился новый промокод на Примагимы. А также там сейчас идет розыгрыш на крылья, ссылка в описании. На этот раз заказ можно будет сделать только в онлайн-режиме, чтобы не стоять в очередях с самого утра и до самого вечера. А также меньше напряга будет у самих Додо, потому что в прошлый раз с таким количеством людей они не справлялись. При заказе через приложение или сайт код на крылья придет вам в личный кабинет. Награды оказались достаточно ожидаемыми. Крылья, которые ранее можно было получить только за коллаб в Корее и Китае, теперь будут выдавать во время коллаба с Додо. Вам нужно будет заказать покушать вот такие наборы, и в подарок за первый набор вы получите один из трех брюков с сайт на Кале или Тигнаре, а также промокод на красные крылья и 30 гемов. А за второй набор акриловый стенд и промокод на планер. Цена наборов, скорее всего, будет не более 1000 рублей. Так что, если вы купили крылья ранее по более дорогой цене, то, как и ожидалось, в итоге они будут стоить гораздо дешевле, ведь они станут более доступными. Напишите в комментариях, будете ли вы принимать участие в коллабе с Додо. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!